И снова здравствуйте, всем привет. Итак, готова, значит, гражданка на Дикий Запад для каких-то там похождений, где-то что-то она там будет стоять, создавать массовку. Потом, возможно, ей добавить какую-то кепку, добавить за место юбки штаны, добавить там для магазинов ремни, и будет уже персонаж, который может будет скакать на лошади с каким-нибудь главным героем, возможно, с негром или с индейцем. Индеец готов, потом на него сделаю обзорник. Если кто в группе видел, то качайте и используйте вместе с конями. Так, ну погнали. Значит, поэтапно. N, панель. Открываем Screencast Key. Ставим следом Mixam Add-on Clear Control. Что там еще написано по-английски. Все преобразилось. N панель. Так, это все есть у нас. Теперь выбираем наши кости. Заходим в Viewport Display in Front. Заходим в Edit Mode. Тройка на NumPad. И значит нам нужно добавить нижние челюсти и так далее. Alt P Clear Parent. G. Добавляем косточку к нашей нижней челюсти. Будет она гнуться вот отсюда. Теперь делаем Shift D. Это будет у нас верхняя челюсть. G. Эти косточки выбираем через Shift. Вяжем Ctrl P. Keep Offset в голове. Теперь вытаскиваем какую-нибудь косточку E из нашей верхней челюсти. Alt-P, Clear Parent, значит, Ctrl-E, английская H. Все скрываем, выбираем только эту косточку. Единица на нампаде. О, симпатюлька, да? Так. И ставим ее вот сюда, на губу верхнюю. Shift-D. Shift-D. Еще раз Shift-D. Косточку Shift-D. Я думаю, много тут костей не надо, да? Так, вот так как-то. Эту косточку заводим обязательно в нашу вот эту внутреннюю часть, чтобы она держала край рта. Так, эту тоже можно подправить, чуть-чуть завести. В принципе, с этим разобрались. Делаем Shift-D и подводим нашу косточку к глазу. Вот сюда вот. Тут нужно будет немножко с глазом еще поработать. Не вопрос. Shift-D. Дублируем. Shift-D это будет у нас верхнее веко. И крайняя кость, которая будет держать, значит, наш край глаза. Это значит вводим веко. Это вводим веко. Так. Вроде бы все в веках, да? Вот еще одну заведем. Так, и вот это вот, где нос, видите, что она должна аж там быть. В голуби, чтобы она связалась с носом. Так, вот эту слишком я поднял. Так, сюда я. Так, а эту можно чуть-чуть припустить. Shift-D. Делаем нижнее веко. Много костей тут не надо, нам главное закрылось, чтобы это дело, а там можно уже будет и шипкейми подправлять. Так, теперь тройка на нампаде, делаем Shift-D какую-нибудь косточку, делаем ей R перекрутку, Shift-D, делаем дубликат, щелчок, R перекрутка, это будет нижнее веко, это будет верхнее веко. Выбираем, значит, кости нашего. Давайте эту тоже выберем. Хотя она не нужна. Нет, вот три косточки пойдет. Так, вот эту косточку, а ну-ка, чуть-чуть подправить. Так, и можно еще чуть-чуть ее завести. Так, вот теперь эти три косточки вяжем к верхней косточке управляшки. Ctrl-P, типа offset.
Ctrl-Z, если что-то двинули. Так, вот это вот вроде в меше. Подправим. Так, теперь вот эти три косточки к нижней. Ctrl-P, Keep Offset. Так, тройка на numpad. Shift-D. Выделяем. Это будет косточка отбивать наше, значит, верхнее веко, чтобы не тянуло за собой этот, как его, брови, да? Заведем поглубже. Так, ну вроде бы есть. Так, теперь Shift-D. Это будет у нас центральная переносица. Shift-D будет, значит, бровь. Так, есть такое дело. Чуть-чуть смотрим по анатомии закругления. Так, это сильно она глубоко. Так. Добавляем теперь еще Е, одну кость, которая будет держать череп, Alt-P, Clear Parent. Она будет стоять у нас где-то подальше от лба. G. Вот где-то тут она и будет находиться. Так, единица на numpad, а ну-ка G чуть-чуть уменьшим, чтобы можно было переносицу тут тоже как-то приподнимать. Так, ну и какая-то, чтобы Shift-D не тянуло у нас вот эту часть под нижним веком. Так, ну как-то так-то. Так, теперь поглубже заведем. Вроде бы нормально. Так, теперь Shift-D под нос одну ставим. Shift-D на нашу эту штукенцию. Ну, в принципе, все достаточно. Так, теперь все это дело дублируем. Копируем вот так вот. Раз. За исключением наших вот этих центральных костей. А, пардоньте, сейчас же еще вернем все кости. Вот так вот. И теперь вот только выберем. Так, вот таким вот образом. Так, сразу, а, так, делаем Shift-D, щелчок, правая кнопка мыши Mirror is Global, перетягиваем на нашу вот эту сторону. Угу. Так, теперь что нужно сделать? Нужно верхние вот эти кости привязать к верхней челюсти. Ctrl-P, Keep Offset. Так, ноздри тоже выбираем. Вяжем их тоже к верхней челюсти. Ctrl-P, Keep Offset. Теперь выбираем наши вот эти вот нижние косточки. Ctrl-P, Keep Offset. Так. Ну, а теперь самое гадкое, да?
Давайте сначала привяжем вот эти вот управляшки к голове. Все вяжется к голове, потому что все кости вот эти вот, все должны вязаться к голове, которые не будут работать, за какими-то костями следить, да? Так, а ну-ка, а если вот так вот сделать? Английская C. Боковые управляшки тоже выбираем. Ну и нижний. Ctrl-P, тип офсет в голове. Также можно добавить косточки для груди, но это пока не столь важно. Давайте проверим, привязался ли персонаж, да? Как это сделаем? Значит, выберем наши кости, зайдем в постмод, английская А, отведем анимацию чуть назад. И на первом кадре сделаем Alt-G, Alt-R. Ну, Alt-S не надо, это если размер вы меняли. И делаем прописку. Заходим в Object Mode. Так, таймлайн нам не понадобится. И выбираем теперь нашего персонажа. Выбираем кости. Делаем Ctrl-P. White Automatic Widget. Все привязалось. Без матюков. Все хорошочко. Так, теперь. Все это дело хорошо. Но нам теперь еще нужна юбка. Так, тройка на нампаде, выводим юбку сюда. Потом еще глаза надо будет сделать. Заходим, выбираем кости, заходим в Edit Mode. Так, вытаскиваем какую-нибудь косточку E из головы. Alt-P, Clear Parent, значит G. Подставляем ее сюда, на нашу юбку. И теперь смотрите, нам нужно от юбки, вот от этой юбки, пару отводов. Так, семерка на нампаде, значит, Е. Ну, как-то так-то, наверное. Так, а ну-ка, нет. G. Сделаем маленькую косточку. Alt-P. Она уже открреплена. Сделаем ей Shift-D. Так, это значит R больше как-то на переднюю часть вот эту акцент делаем. Потом идет у нас G, как бы середина. И значит Shift-D, R идет у нас вот эта задняя часть центральная будет, ну, одна. Делаем S, уменьшаем и где-то тут ее подставляем. Так, ее уводим пониже. Можно под нашу главную кость, да? Так, теперь вот эти кости. Значит, G уменьшаем. G уменьшаем. Теперь, значит, E вытягиваем одну кость. Так, вот это должна лечь в mesh. И значит E. Вытаскиваем вторую кость. Так, эту можно даже чуть-чуть отвести. Так, теперь эти кости давайте разом вот так вот. Subdivision. Поделим, да? Ну, вот столько костей хватит. Так, теперь тройка на нампаде делаем Е. Выводим так, чтобы кости были в меше. Subdivide. Все, этим мы теперь сможем руководить. А ну-ка, семерка на нампаде.
Ну да. И вот эти кости, которые держат у нас вот эти основные, первые, делаем центральной Ctrl-P, потому что она сейчас будет привязываться, вот эта косточка, к тазовой кости нашего рига. Это к нижней, вот к этой. Ctrl-P и Offset. Так, ну это все хорошо. Теперь нам нужно это все дело выбрать. Не забыть никакую косточку. Семерка на нампаде и сделать. О, подождите. Центральная нам не понадобится. Нам нужно только вот эти кости. Делаем Shift-D, Mirror X Global и переводим на эту сторону. Так, ну я думаю, вот этих костей нам будет вполне достаточно. Так, заходим в Object Mode, выбираем нашу юбку, наш риг, Ctrl-P, White Automatic Widget, ничего не матюкается, выбираем наши кости, заходим в Pose Mode, тройка на нампаде, выбираем нашу центральную косточку и заводим ее в нашего персонажа. Так, теперь проверяем, если мы поднимаем, видите, все поднимается, юбка поднимается, ноги поднимаются, Ctrl-Z, все будет нормально. Единственное, что нужно юбку вот эту теперь привязать. Object Mode, выбираем нашу юбку, выбираем нашего персонажа, кости, Ctrl-P, White Empty Group, выбираем нашу юбку, заходим Data Transfer в модификаторах, находим нашего персонажа и ставим Vertex, Vertex Date, Vertex Group и все это дело Apply применяем. Все, вы видите, что юбка применилась, все, она работает. Вот, видите, движется персонаж и движется как бы наша юбка. Но мы ей можем еще чуть-чуть вот придать движухи какой-то там, ну, складывание, там еще чего-нибудь и будет все зашибись. Так, ну теперь что? Давайте добавим глаза. Сейчас я сохраню вот этот весь файл. Он будет в группе для скачивания. Итак, теперь импортируем сюда импорт FBX зубы и глаза. Тройка на нампаде, делаем S. Выбираем наши глаза, подгоняем к нашему персонажу. Так. Ставим его на первый кадр. Так, смотрим, что у нас получилось. Так. Заходим в Edit Mode. Один глаз L, потом P. Selection удаляем. Отделяем, точнее, это значит delete. А этот тогда семерка на нампаде, он у меня на лошади стоял. Так, ух ты, многовато. А то косая будет, неинтересно будет. Так, а как же тебе покрутить? Вот так, наверное. Во. Карие будут глаза у нее. Пойдет. А то у меня у всех синие стоят. Голубые, да? Так. Так. Так, 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 так. А ну-ка. Так, чуть повыше, потому что глаз будет приоткрываться, да? Так. Ну, в принципе, чего? Вот так где-то. Так, глаз у нас вставлен. Мы выбираем глаз. Заходим в модификаторы и делаем Mirror. Выбираем нашего персонажа и применяем модификатор Apply. Тройка на нампаде, сразу выводим наши глаза вперед. Теперь займемся зубами. Так, зубы,
верхний низ. Зубы тоже с коня взял. Ну, в принципе, в рот ей никто заглядывать не будет, но главное, чтобы там что-то этакое белело. Так, а ну-ка, выбираем, подгадываем. Так, R перекручиваем и G вставляем. Так, здесь, по-моему, ну да, ровно должны быть вот так. Так, смотрим. Так, и значит делаем ей S. Чуть-чуть делаем перекрутку и заводим в нашего персонажа. Вот уже зубчики торчат, уже и интересней. Так, теперь значит S. Нижние зубы подгоняем. Единица на нампаде. Заводим их в нашу нижнюю челюсть. И вяжем теперь сначала наши зубы. Так, предварительно, что когда вы берете с другого персонажа зубы, надо сделать Alt-P. Alt, ну, Clear, да? Отсоединить от него всю снягу. Выбираем верхние зубы, выбираем наши кости, заходим в постмод, выбираем верхнюю челюсть, Ctrl-P, это будет бон. Так, теперь нижняя челюсть выбирается, Object Mode, и нижняя, значит, косточка будет участвовать в ее привязке. Вот это, Ctrl-P, бон. Так, все это нормально. Теперь давайте ставим глазам, значит, этот. Как его называют? Косточки. Во. Выбираем Rig, заходим в Edit Mode, выбираем головную кость E, вытаскиваем косточку. Alt-P, Clear Parent. Так, G подставляем к нашему глазу. Делаем S, делаем G, подставляем его к середке. Семерка на нампаде, подставляем его вот сюда. Можно его еще уменьшить, косточку, она тут большая не нужна. Но она должна занимать, вот именно стоять посередине. Иначе, если вы дальше уведете, глаз будет вообще беспонтово крутиться. Будет вам неприятно. Так, теперь Shift-D, делаем дублирование. Вытаскиваем косточку ориентира и Shift-D, косточку управления. Косточку ориентира вяжем к этой косточке. Ctrl-P, Keep Offset. Кости, значит, ориентира. Так, и, значит, вот эти кости выбираем. Вяжем их, опять же, к голове. Ctrl-P, Keep Offset. Семерка на нампаде, выбираем вот эти две кости, делаем Shift-D, Mirror X Global и переставляем на соседний глаз. Так, тройка на нампаде. Вроде бы все нормально. Теперь заходим в Object Mode, выбираем глаза и выбираем, значит, наши кости, делаем Ctrl-P, Автоматик выйдет. Можно, как в прошлый раз, я каждый глаз отдельно бон костями привязывал в постмод, как и челюсти. Но этот способ быстрее. Можно сразу, не отделяя, два глаза привязать. Так, ну, с этим все, в принципе. Что, заходим, выбираем наши кости. Заходим в постмод. Так. Тройка на нампаде. Давайте сначала заменим вот эти, настроим глаза. Выбираем косточку ориентира, косточку глаза, Ctrl-Shift-C. Делаем Track To. Заходим на настройки костей Y-Z. Меняем ось. То же самое делаем Ctrl-Shift-C. Track To с этим глазом Y-Z. Проверяем теперь. Слежение работает. Все нормально. Ctrl-Z. Так, заменим теперь, значит, ненужные, ну как ненужные, да,
Так, кости, вот эти, которые не будут участвовать, косточки, мы их сейчас заменим, чтобы меньше их видеть. Это будут лайнеры. Можно им даже цвет не назначать. Ну, давайте Виагрупп выберем из готовой какой-нибудь. Там. Синяя пусть будет так. Эсижен. Так, теперь кости управляшки. Глаз веков наших, да? Это будут финджеры. Так, финджеры. Делаем им размер больше, чтобы мы всегда могли их найти на лице. Ну, давайте вот, значит, вот так сделаем. Этим поставим группу, значит, так, желтую. А этим двум поставим группу синюю. Так, вот теперь не будем путаться, да? Теперь убираем ненужные кости, вот эти, которые второстепенные. Так, назначим им циклы. Уменьшим размер вот этих кружочков. И назначим им, допустим, какой-нибудь другой цвет, чтобы они меньше бросались в глаза. Так, теперь вот эти вот веки нижние будут у нас сферы. Даже нет, пусть будут кубы. Назначим им цвет, значит, пусть будет красный, эсижен. Так, теперь веки верхние у нас будут. Это будут у нас сферы. Группа пускай будет, ну, пускай желтая, чтобы видеть их, да? Так, верхние вот эти, это будут у нас все кубы. Так, назначим какую-нибудь, пусть будет зеленая эсижен. Так, ну и вот этим всем назначим тоже сферы. Назначим, значит, сферы. И группу какую-нибудь. Ну, пусть красная будет, да? Так, теперь верхние губы у нас вот эти. Это будут у нас, значит, кубы. Или давайте, раз сфера пока настроена, пусть будет сфера. Пусть будет красная. Ух ты, красная не прокатит, зеленая. Так, а вот эти вот, это будут у нас какие-нибудь тоже. Так, какие ж поставить? Давайте синие. Так, вот еще челюсти, да? Челюсть у нас будет опять же финджер. Крит. Чтобы ее видеть, можно под любым ракурсом. Вот видите, вытаскиваем вперед.
Это будет у нас красная штука. Так, теперь глаза. Глаза. Это будут глаза. Так. А, не, пардоньте, Ctrl-Z. Это никто не будет. Глаза будут вот эти ориентиры. Так, все это есть. Один ориентир будет, значит, синим. Один ориентир будет зеленым. Так, и кость управляшки, это будет Ace. Так, это будет у нас... Пусть будет красная, да? Так, все, это дело есть. Теперь вот эту косточку тоже заменим. Это будет у нас пусть лайнер. Так, и вот этим костям, наверное, вот тут этим нижним тоже цвет поставим какой-нибудь. Все, носовые сильно не будут пользоваться, нормально. Так, теперь у нас же есть еще юбка, да? Ну, с юбкой будет попроще. Вот эти все с этой стороны выбираем кости. Так, Ctrl-Z. Это будут, значит, кубы. Будут красные. Так, вот с этой стороны будут, значит, сферы. Будут зеленые, чтобы они одним цветом и размером поменьше напоминали коленные вот эти косточки. Иначе будет путанка, да? Так, ну а эти на циркулы поставим. И перевернем их, по-моему, вот по этой, по оси 90. Ну, допустим. Чтобы сбоку можно их было брать, да? Тогда чуть-чуть их еще уменьшим. Во. Тогда это пусть это зеленые и синие. Так, а этот пусть будет во. Таким цветом. Как площадка, как рудкость, да? Так, у нас же есть еще рудкость. Чтобы мы ее не путали со сферами, не путали с кубом и... Нервов у нас не было. Давайте ей тоже финджер поставим. Так, разворот в ноль. Вот так. Это пусть будет... Ну, пусть будет так, зеленый. Да? Не, зеленый есть. Пусть синий, как управляшка, вроде рук и это... Так, теперь тройка на нампаде, смотрите, выбираем все кости глаз и заводим их в нашего персонажа. Отключаем видимость всего, чтобы поймать их, вывести глаза. Во! Так, тройка на нампаде и, значит, пробуем еще чуть-чуть их ниже посадить. Вообще-то они должны выше быть, потому что у меня веки и так призакрытые чуть-чуть. Так, включаем все.
Выбираем кости глаз и значит R. Ну, вот так она еще лучше. Так, выбираем теперь косточки, вот эти управляшки, и отключаем им, значит, так, кручение. Вот так, оставляем только по X. Ctrl-Z. Так, этой тоже оставляем только по X. Этой тоже только по X. И, значит, желтой тоже только по X. Челюсти можно оставить, чтобы мы могли ее еще как бы крутить, вот так перекручивать, да? Так, ну и все. Так, проверяем тройка на нампаде, закрываем ей пасть лица. Так, что-то у нее прикус изменился. Оп. Не вопрос, подправим. Так. Ага. Ctrl-Z. Так, тройка на нампаде. Заходим в Object Mode и находим наши вот эти зубы. Тройка на нампаде и R. Перекручиваем их, поднимаем выше. Так, что у нас тут с артом? Выбираем наши кости, заходим в постмод единица на нампаде. А ну-ка, G. Так, а вот здесь мне не нравится, да? С этой стороны хорошо, а с этой что-то пошло не так. А ну-ка, Edit Mode. Заходим в Object Mode и, значит, выбираем нашего персонажа и перевязываем. Раз косточку переместили. Ctrl-P. White Automatic Widget. Теперь выбираем кости и заходим в Post Mode. Тройка на нампаде. Смотрим. А ну-ка, R. Ну, другое дело. Давай только без улыбки, немного трагизма, все-таки Дикий Запад. Так, ну и английская А, и прописка на первом кадре. Ну давайте посмотрим, что произойдет. Ну вот видите, да, анимацию, если делать уже с ней, то руки у нее чуть-чуть западают под эту юбку. А здесь вот видите, крутится наша юбка, ее можно переписывать. Допустим, заходим, где у нас тут управляшка, косточка, чтобы всю юбку не трогать, допустим, когда она на месте стоит. Мы можем просто, значит, раз там подкрутить вот эту косточку-управляшку и...
Так. Допустим, значит, проверяем, как будет работать наше вот это управление, да? Вот можем крутить какую-нибудь косточку, там, допустим, раз, вот эту завертеть. Ну, сильно не надо. Тут вот чисто, как оно-ка, это хоть привязалось. А, это я другую сторону выбрал. О, как хорошо. Зеленая, красная, да? Так, и вот эту. И вот эту проверить. Так, ну вот, в принципе, во. Вот эти вот сильно теперь торчат. Мы их можем раз. И докрутить. Так, докручивать, наверное, нужно еще этой верхней. Так, и верхней, и вот этой, центральной верхней. Так, вот хорошо бы их еще отсоединить, эти кости. Тогда будет вообще бомба. Ну, так тоже можно. А, и, допустим, прописка, да? Вот у нее руки тут запали. На каком кадре? Вот, допустим, да? Так, что можно сделать? Выбираем какую-нибудь кость вот эту и можем ее раз так докрутить, да? А тут у нас получается куб. Во. А, и. Ну вот эти кости, значит, можно продублировать Shift D и до конца. Так, вот эту тоже Shift D. Вот как будто ветер тут дует. Но в принципе шипки тоже помогут сделать нормальную анимацию. Вот раз. Что тут вылазит у нас? А вылазит у нас тут юбка. Вот проблема будет больше, наверное, с юбкой. Так, а если мы выберем сейчас. Сейчас я сохраню это все дело. Если мы выберем в Object Mode нашу вот эту вот юбчонку, выберем кости, сделаем Ctrl-P, White Empty Group, выберем нашу юбку, зайдем в модификатор и нажмем Data Transfer, выберем нашу вот эту юбчонку, Vertex Group, и все, Apply. Ух ты, мать моя! Это ужас. Так делать не надо. Ну, так костями можно, значит, ее анимировать. Где-то шипкеями подтягивать, где-то растягивать. И тоже будет симпатично. Ну, юбку можно тогда. Вот раз она, хоп, открылась ветром. Прикольно, может, видите, мотыляется. Туда-сюда. Ну, это посидеть можно, хорошую анимашку сделать. Так, а вот по юбке смотрим. Так, шипки плюс, еще один плюс и, допустим, в ноля, ну, в максимум, да? Заходим в Sculpt Mode. Если есть симметрия, работаем симметрией. Ctrl-Z. Не ту кисточку выбрал, пардоньте. Тянучка. Оп. И вот так все это дело прячем, да? Там можно чуть, ну, по коленке вытянуть где-то побольше убрать там. Допустим, вот тут вылезла она сильно. Вот.
пишем, значит, прописку вот этому всему делу. И еще будет косяк какой. Косяк будет у нас с женским телом. Видите, нога отставляется. Но если бы я писал анимацию, я бы эту косточку так сильно там не дергал, не выводил. Ну, все будет нормально. Выводим, допустим, это уже переписка пойдет анимации. Можно опять же шейкеями тут сгладить. И вот G, просто нужно ногу убрать. Оп, поближе их поставить. Прописываем И. Какие-то анимации можно, допустим, делить. Shift-D, допустим, нога тут постоянно стоит, а эту часть тогда так, а ну-ка. Так, ну, в принципе, можно, значит, ее подправить, да? Я думал, она плачет, а она молится. Ну, для массовки, в принципе, вдали где-то там будет стоять. Но, опять же, вот нужно следить, чтобы у нее потом вот эти вот, значит, выбираем юбку. Если она где-то будет там шагать, еще что-то делать, то у нас, опять же, Object Mode, выбираем нашу юбку и в максимум ставим, прописываем. Ну, тоже можно, значит, раз чуть уменьшить персонажки этой гражданочки, да? Ну, в принципе, анимацию можно хорошую сделать. Так, ну на этом, наверное, все. Все, всем пока, до свидания. Персонаж эта женщина будет в группе, качайте. Потом еще, значит, будет ролик, если кому-то индейца интересно посмотреть. Тоже там посмотрим, какой у него риф, как все работает. Все, всем пока, до свидания.